Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 9 июля – важный период. От этого действия будет зависеть ваше будущее. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Воскресенье 9 июля является важным временем, от которого зависит ваше благополучие последующие дни до новолуния. Управляемый нейтральными 21-ми лунными сутками, день предоставляет огромное количество энергии, который необходимо найти достойное применение, направляя исключительно на добрые дела. Удача будет на стороне тех, кто действует смело и активно, избегая лжи и не утаивая ничего от окружающих. Все обещания, данные сегодня, необходимо выполнить. Луна в знаке Овна в сочетании с 21-ми лунными сутками может стать причиной импульсивности, поэтому важно действовать продуманно и не допускать спонтанных действий, вызванных эмоциями. Откажитесь от занятий, требующих внимательности и усидчивости, поскольку свойственно этому дню стремительность помешает вам достичь идеального результата. Вместе с тем, это идеальный период для решения задач, с которыми не удавалось справиться ранее. Так как сегодня вы с легкостью преодолеете любые преграды, проявляйте храбрость, щедрость и избегайте бестактности по отношению к окружающим, тогда вы сумеете достичь всех поставленных целей. 21-е луна сутки у многих людей появляется второе дыхание, позволяя с новыми силами взяться за выполнение задуманного. В этот период недопустима пассивность, бездействие, нельзя сомневаться в своих силах, идти на поводу у страхов. Также это не время планирования и витания в облаках. Подверженность иллюзиям помешает вам увидеть ситуацию реально и может стать причиной ошибок, поэтому оставьте фантазии для творческих начинаний и не прибегайте к ним в иных ситуациях. Активность и уверенность помогут вам достичь великолепных результатов, которые кажутся невозможными, но только если вы будете следовать рекомендациям лунного календаря. Не забывайте о том, что 21-е лунные сутки нельзя нарушать клятвы, давать заведомо невыполнимые обещания. Кроме того, считается, что ложь, произнесенная сегодня, будет раскрыта в самое ближайшее время, а преступники, нарушившие закон в этот день, не смогут избежать наказания. Сны этих суток могут порадовать вас яркими и красочными сюжетами, оставляя после пробуждения приятные чувства радости жизни. Толковать такие грезы не нужно, так они содержат полезную информацию и указывают только на то, что вы правильно используете свой потенциал. Если же сновидение было мрачным, пугающим, необходимо задуматься о своих действиях, возможно, поменять привычный ритм жизни, пересмотреть приоритеты или сменить род деятельности. В этот день вдохновение одарит своим вниманием не только людей искусства. Поэтому не удивляйтесь внезапному желанию взять в руки краски или иголку с нитками, даже если вы не умеете рисовать или шить. Не препятствуйте своим порывам, развивайте открывшиеся таланты. Сегодня каждому человеку предоставляется шанс создать настоящий шедевр. Бурные энергии 21-х лунных суток не позволят вам предаваться лености. Поэтому день следует провести как можно активнее. Усилия можно направить и на интеллектуальную деятельность, получая дополнительные навыки и знания. Также это хорошее время для повышения квалификации. При появлении признаков усталости не торопитесь проводить время в любимом кресле. Отдайте предпочтение активному отдыху, побывайте на природе. Особенно полезными будут физические нагрузки. Не имеет значения, каким видом спорта вы отдадите предпочтение. Она советует. День идеально подходит для решения любых отложенных задач, завершения начатых дел. Однако не стоит пытаться одновременно решать все важные вопросы. Так вы только зря потратите время. Выберите наиболее важные направления и займитесь ими вплотную. Начинайте что-то новое нежелательно, особенно при наличии незавершенных проектов. Идеальная пора для коллективной деятельности, общение с коллегами будет особенно плодотворным и позволит вам достичь наилучших результатов. Успешными будут деловые переговоры, встречи с инвесторами. Если вы находитесь в поиске работы, разошлите резюме именно сегодня. Отклик потенциальных работодателей не заставит себя ждать. Финансовые операции будут удачными, однако не стоит совершать спонтанные приобретения или вкладывать средства в непроверенные компании. Хорошая пора для совершения отложенных покупок, приобретения чего-либо для дома. Можно одалживать и занимать деньги, оформлять кредит. Работа по дому улучшит энергетику вашей квартиры, привлекут у нее новые светлые энергии. Успешной будет любая деятельность, которую вы можете завершить до конца дня. Также день идеален для различных заготовок.
Домашние консервы, приготовленные сегодня, будут хорошо храниться, оставаясь полезными. Отличное время для общения, знакомств и возобновления старых связей. Люди настроены позитивно и доброжелательно, однако повышенная эмоциональность, вызванная влиянием Луны вовне, может стать причиной резкости и склонности к критике. Отнеситесь к подобному спокойно, не допускайте конфликтов. Общение с любимым человеком подарит вам массу приятных эмоций, поэтому проводите как можно больше времени вместе. Риск ссор практически отсутствует, поэтому вы можете обсудить спорные темы, поискать компромиссные решения. Для тех, кто находится в начале отношений, настала лучшая пора для признания в своих чувствах. Если вы давно планируете деловую или личную поездку, назначьте ее начало на 21 лунные сутки. Дорога положительно отразится на вашем настроении, подарит множество интересных встреч и событий. Путешествовать лучше всего в компании коллег или близких, тогда судьба будет к вам особенно благосклонна. День подходит для проведения любых практик убывающей Луны. Особенно результативными будут действия, направленные на избавление от безденежья, долгов, очищение пространства. Также это хорошее время для установления защиты от недругов и завистников. Вымываем нищету. Наполните ведро для уборки простой водой. Возьмите в своем кошельке самые мелкие деньги, а также поцарапанные, деформированные монетки, если такие у вас имеются. Бросьте эту мелочь в воду, после чего скажите: «Вода сквозь черную землю прошла, в недрах очистилась, в мой дом явилась. И водица всю грязь собери, всю нищету убери, не долю мою забери, вместо нее долюшку светлую сюда пошли. Плохое полностью смой, а все хорошее до блеска отмой. С монетами нищета да маята уходят, из моего дома нужда уходит, да будет так». Говорим один раз. Такой заговоренной водой намочите тряпочку и протрите все поверхности, после чего вымойте с ее помощью полы. Если у вас на полу лежит ковер, ковролин, символически примените его влажной половой тряпкой. Когда закончите, воду нужно вылить вместе с монетами. Монет касаться нельзя. После этого нищета из дома уйдет. Чтобы стать стройнее. Этот ритуал поможет вам избавиться от лишнего веса. Стать стройнее и привлекательнее. Начинать его следует на рассвете. Умойтесь простой водой и скажите: «Красоту обретаю, лишний вес прогоняю». Говорим один раз. Все. Далее, в течение всего дня думайте о том, как вы начинаете худеть. Вечером уже перед сном подойдите к окну и трижды скажите: «Луне худеть, и мне за ней след хорошеть. Луна вновь округлится, а со мной обретенная стройность сохранится». Говорим три раза, после можно ложиться спать. Чтобы от недругов защититься, вам понадобится простой мешочек из белой ткани. Туда нужно положить немного соли и немного травы. Траву можно брать любую. Далее завяжите такой мешочек красной лентой со словами: «Все зло отгоняю, назад возвращаю. Кто недоброе мне пошлет, назад себе все заберет». Говорим три раза, мешочек держите при себе. Народным приметам в этот день отмечают Давид и земляничник. Рожденные в этот день обладают богатым воображением и сообразительностью. На протяжении всей жизни ставят перед собой цели, тщательно продумывают план и активно добиваются желаемого. Кроме прекрасных деловых качеств и настойчивости, умеют дружить, легко заводят новые знакомства. Однако им нужно научить открыто отстаивать свои границы и не приносить в жертву свои принципы ради желаний близких. Но их талисман – сапфир. Такое название 9 июля получило из-за славянской приметы собирать в этот день одну из самых вкусных и ароматных ягод – это землянику. За сбором поспевающих ягод выходили целыми семьями, ведь земляника не только вкусна, но и полезна. В этот день обязательно пекли блины и добавляли свежую землянику. Такое лакомство было очень любимо всеми семьями, дарило дому финансовое благополучие и добрые отношения среди домочадцев. Также в этот день можно было сделать чай с земляничным вареньем. Ставили варенье и ставили чай. После этого говорили такие слова: «Земляника сладкая, с собой ссоры забери, наш дом дружбы и покоем одари». Говорили один раз и обязательно с домочадцами устраивали чай. Но в этот день были строгие запреты, которые нужно было соблюдать. Категорично запрещено мерить чужие украшения и также давать другим свои украшения.
Таким образом, вы будете привлекать одни беды и неприятности. Также в этот день нельзя надевать чужую одежду и никому не давайте свою одежду мерить. Такая примета сулит большие неприятности в личной жизни. И, конечно, очень важно думать только о хорошем. Категорично запрещено думать о плохом. Ждите неудач и проблем. И перед сном обязательно один раз повторяем такие слова. «Моя мечта идет со мной во сне, наполняя меня вдохновением и мотивацией». Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что ваши мечты будут сбываться.